Результат в решении проблем алкоголизма и наркомании можно достичь только при комплексном подходе. Такое мнение высказала премьер-министр Якутии Галина Данчикова во время встречи с директором Московского научно-наркологического центра, президентом Ассоциации наркологов России Евгением Брюном. Они обсудили вопросы реализации программы модернизации наркологической службы России. Евгений Брюн сообщил, что пригласил якутских наркологов на международный семинар по реабилитации наркозависимых, поделиться опытом работы в этом направлении. Добавим, с прошлого года, согласно указу главы Якутии, учреждена единовременная выплата врачам, психиатрам, наркологам, направляемым в арктические и северные районы в размере 1 миллиона рублей.